А чё переехать жить? Бог, классно. Если что, это так и называется. Ты Мандалорца смотрел в правильном переводе? Это так и называется. Сейчас дам эти пруфы, блядь. Сейчас я тебе дам нахуй пруфы. Хочу переехать жить в Пидрас, не Грас, на Спидере из Звездных войн. Осуждаю возможные, то есть, ассоциации, но желаю тебе туда переехать. И дай бог тебе здоровья. Лего Стар Варс, штурмовик, разведчик на Спидере. Обзор набора Лего Звездные войны 2017 новинка, блять. Это сборная фигура штурмовика-разведчика на Спидер байке. Вот и все. На байке. Оп. Салам алейкум, я приехал. Возьми подходящее средство передвижения и доберись до вершины горы. Ну, наверное, мое это подойдет, блять, чтобы добраться до вершины горы. Это ж, наверное... Хуй полил уже? Да, блин, лиськотряс, ты проебал. Здорово, лись. Сбей их, ты должен защитить игру с любой ценой. Охуенно! Да как попасть в этой хуйне? Ёбаный в рот, блядь. Как этой хуйней попадать, блядь? Охуеть. 12 выстрелов потребует, чтобы сбить 2 вертолета. Пиздец мне, короче. Да что это за свинство? Ой, блядь, конченая хуйня. Какая же конченая... А, еще и мусора приехали. Спасибо. Можно мне, пожалуйста, просто дать гранатомет? И я пойду и разъебу нахуй. Я, ну, если стоять не буду, не делать. Да-да-да, правильно? Типа, не, просто не заебывать. А нахуя мне парашют нужен? Че, я могу с парашюта прыгать нахуй? Ну не нахуй, а вообще с пар... И под такую музычку еще уехали, блядь. Привет, я начинаю стримить. Что думаешь о микрофоне? Я сперва... Заебатый микрофон, блять. Думаю, стоит купить хороший микрофон. Дальше стрим, реакцию твою можешь увидеть на канале «Я начали». Да иди нахуй, а! Я, блядь, и так особым умом и сообразительностью, блядь, не отличаюсь, блядь. Сидит, блядь, пишет, блядь. Я и так, блядь, дебил, блядь. Еще издеваются надо мной, нахуй. Кунка! Так, неплохо. Ебать, чисто черепашка-ниндзя, блядь. Какая же хуя, блядь. 12 из 10 гачи, блядь. Подожди, мне надо его не убить, блядь, я так понимаю. Мне надо будет из него, типа, информацию выбить. Либо убить, блядь. Это не я еду, это игра! Блядь, я после летной школы не сохранился. Короткий путь, я знаю, блядь. Ой, а я не туда еду. Я не в ту школу поехал, блядь. Я, блядь, в обычную школу похуярил, блядь. Мне похуй, я в обычную школу, блядь. Один. Чего, блядь? Какие нахуй 5 звезд? У меня машина нахуй не поворачивает, блядь. Я... Ну какая машинка красивая. Ебать, какая она красивая. Пупи-пипучек. Ебать, на ней мем на сби... Она с первого раза убивает, ля. Пиздец там, блядь. Да... Ебать, едьте по своей полосе, уроды, блядь. А, или это я по стрелочке хуярю? Я об этом даже не подумал. Динамит готов к подрыву. Все, хорошо, я сейчас все спизжу, блядь. В карьере есть Белас, а нахуя мне Белас, если тачка же тоже тяжелая. Мне его просто надо раздавить, эту хуйню? Или что надо сделать, блядь? А, уже все, да? Не пройдешь миссию? Ладно, тогда пойду, блядь, перед фаскапом разбиваю ебальники рабочим лопатой. Кунка! Так, вот так. Чё, ебанутый, блядь? Мне в окно кричат, гандон, блядь! Я тебе сейчас, блядь, крикну, нахуй!
запретки стреляют. Да и уебок какой-то малолетний ходит, у меня запретки стреляет. А если бы ты был один, блядь? Да мне похуй, какая хуй разница? А, ну... Хуйна, ёпта! Давай, анекдот. Заходит парень в кафе и читает прейскурант. Пирожок с капустой, 50 рублей, подрочить, 500. Смотрит, за прилавком стоит продавщица, сногсшибательная блондинка. Извините, а кто у вас дрочит? Блондинка с томной улыбкой на устах. Я, а что? Тогда вымойте, пожалуйста, руки, не пирожок с капустой. У бандитов на главном ходе сказать несколько охранников. Постарайся пробраться на завод незамеченным. Ебать, я сейчас незамеченным, блять, пройду, пиздец. Ебать! А чем их ломать? Стоп, чем? А чем их ломать? А как их ломать-то, блять? А, стоп, подожди. Долбоёб. Чел, вот чтобы вы понимали, кто просит пойти в фаскап. Сейчас, секунду, блять, это пиздец, сейчас, секунду. Вот, это, блять, где там чупакабра, нахуй? Нет, пылесборник, это Маккена. Ну нахрен ты это делаешь? А, вот он. Ребят, это вот этот человек просит пойти в фаскап. Я горилка, ты горилка, я собака, ты собака, я собака, ты собака. Я тогда подумал, на самом деле, первый раз, что это флевир. Кое-еще. Горилла. Мне кажется, если я, блядь, стану медиагигантом, да, мне ни одна нормальная, то есть компания, блядь, не предложит сотрудничать, лишь потому, что у меня когда-то на стриме, блядь, вот это было. Кое-еще. Цемни? Я пошла в туалет, и какашка взорвала. Я обосрался в туалет. Когда, блядь, думаешь, что ты один дома, а потом выходит, блядь, батя в трусах. Стой, бой. Слушай, скажи слово «карьера». Карьера. А паровозик тыр-тыр-тыр? Паровозик тыр-тыр-тыр. Паровозик тыр-тыр-тыр. Нет. Ты кому своё мнение интересно? Расцветали яблони, заводила правый солдат и заводила. Да завали пиздак свой, уёбок! Ща. Ря свинью! Ну, блядь! Паузу, пожалуйста, блядь! Зачем? Сука, ты... Вы чё, еб... Ой, блядь. Ой, блядь. Ну, а вас ножами рер... Ох, ебал, блядь! Паузу! Разрывная пошла! Кунка! Одинаковый, Карл, ты и я. Охуеть! А почему вы одинаковые? Не расскажете, блядь? Пиздец, заебись, пожарил шашлычки, блядь. И покушали, блядь, и повеселились. Убей цель, возьми досье с доказательствами. Ну, что, блядь, ты сделал, нахуй? Бля, мужики, подвезите до города. Меня до города, пожалуйста. Долбоёбы ебаные, блядь. Стоп. Проверяй, нахуй. Максимальный абуз произошел, блядь. Всё, мне надо закупиться, блядь. Дай, пожалуйста, мне стоп. Игра, блядь, крашнулась, нахуй. Дот, какая-нибудь мамаша, то есть своему пиздюку, такая типа... Кто это сказал?
Вот, блядь, как мне, вот, что, что мне с этим треком делать? Оставляю, пусть играет? Иди нахуй, блядь, иди, иди нахуй, у меня сейчас уши отвалятся, возверну тебе баллы, блядь. Так, и захуярим себе кирочку железную. Так, все, поехали, кирку сделали. Это что, блядь? Диджей Добрук микстейп 2, блядь? Диджей Добрук представляет. Кто это заказал, блядь? Какая шалава это сделала? Кого нахуй анмотнуть, блядь? Это газовое, бля. Модератор, ёб вашу мать, поставьте на 18%. Сука, ну почему одни нищие сидят? Да реально, а чё одни нищеброды? Пеку по тропинке в голове, ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ладно, спасибо большое за донат. Вам вообще, кстати, виден мой персонаж в темноте? А можно хоть одну машину, пожалуйста? Стоп, вот там есть машина? Да, там есть машина? Беги туда, окей. Это же летная школа, где я учился, ебаный в рот. Да-да-да, это летная школа, где я учился, ебаный в рот. Вон ангары стоят. Какой нахуй военка? При чем здесь военка, блядь? Так, а что он мне может самое вкусное предложить? 6 баксов, не, давай, у меня 55 тысяч. Ооо. Ничего, я не жирею, ничего-то. Найс жралова, тёлка. Да, давай Манулов пишет. Блять, меня так бесился, когда Манулов вы ебливых считали. Я думаю, я нахуй каждого, кто сидит на стриме, маму бы трахал, когда вы Манулов считали. Они существуют, они в Майнкрафте, блять. А я тогда только начал играть в Майнкрафт. Какие нахуй Манулы, вы ебанутые, реально, блять. Какие нахуй Манулы, блять. Дай модруку, Фливер. У тебя модрука будет лишь в том случае, если, блять, катабаза начнет стрелять вот запретки в чат, тогда я тебе дам модруку, хорошо? Говорю запретку за 1000. Дай хоть випку. Нет. Дай. Палай. Вот, блядь, вот реально, серьезно. Палай. Тогда дам. Вот тем, кто попрошайничает, вообще в жизни никогда ничего не даю. Сэм. А маму за что? Максим, пожалуйста, можешь мне сделать тот же самый заказ? Номер карты, ЦВВ-код, так говорится, я тебе в ЛС скину, блин. Ну, пожалуйста, только не надо, блядь, сохранять. Курьер забрал заказ. Нихуя себе, блядь. О, Ян пришла. Прикиньте, соулстепс явный, блядь. Каков шанс того, что, блядь, он ее не лапал за жопу, блядь? Да он сапки дарит периодически, так что ловят, не можно, блядь, иногда за жопу. Ты еблан, блядь! Ты вообще еблан, ебучий, блядь! Ебать, меня нахуй, блядь, чуть не убили ебучими, блядь, круассанами, долбоёб! Ну нагнись, блядь! А чё, камеру поднять мне? Да нагнись, блядь! Почему мне все пиздят? Слышь, Газманов подошел, блядь! Реально, Газманов, блядь! Па. Охуеть! Кунка! Чьи-то пропиши... А... BGLUAVML. И где моя летающая сиська-баба? Что я вел? Чё, блядь? Схуё? Что? Что за хуйня? Чё за хуйня? Чё за хуйня? Чё за хуйня? Это что, блядь? Россия при Жириновском, нахуй? Лучше вместе ебанём под Тбилиси. Америке пиздец, блядь. Скажите, какой чит отменяет все читы? BKKNQV BSXSGGC. Что это? Что это за чит-код? Рипажа. И что за рипажа? А что значит рипажа? ЕСИГА. Я воздушный беспилотник Украины! Выходите из машины, вы арестованы! Украина! Там курьер, долбоёб, подъехал. Ой, блядь. Ян, иди пострим. Я не умею стримить. Я буду играть в Майнкрафт. Бля, он в лифте застрял. Кто застрял? Игорь? Блядь, вы ровлите? Что, ха-ха, блядь? Объясните нахуй. Мне Игорь звонит, сбрасывай. Блядь, почему мне нахуй пишут то, что ты застрял в лифте? Цыпа! Еще одна цыпа!
Не рофли, сука, ебаная. Не проебала я нормально. Я держу в курсе, блядь. Этот ебанат в центре Санкт-Петербурга, блядь. Я все правильно приехал? Блядь, вы неправильно говорите. Я стою около Пражской. Я тоже стою около Пражской, блядь. И что мне теперь делать, блядь? Заебись, покушал, блядь. Адрес прави... А, блядь, я сейчас даже покажу, как он пишет, это пиздец. Адрес правильно напиши, я отвезу. Просто, блядь, волшебно, нахуй. Кунка! Варя с Маккеной отправились в круиз на резку, не ждите, у них медовый месяц. Блядь, дай бог, нахуй, чтобы у них все хорошо было. Круиз по столовому СПБ. Не, а так Маккена не с Питера же, и Варя с Москвы. Так что они либо в Петрозаводске, блядь, либо в Москве. Так что так, только там. Счастья им да любовь. Что, в первый раз, да? Ну что, ребят, я вас поздравляю всех с окончанием третьего сезона. Это было круто. На самом деле, я считаю этот сезон уникальным, потому что за полгода произошло реально очень много крутых событий, связанных с Игорем. Он успел побыть горничной, жрал всякую херню, успел лишиться волос на ногах. Кстати, Игорь, у тебя сейчас растут волосы на ногах или нет? Потом он успел побывать на шоу Синга, лишиться своих волос на голове. И типа вот конкретно вот эти события, они сделали этот сезон прям максимально насыщенным и крутым. Но в этом не только заслуга Игоря, но и заслуга вас, потому что много людей мне присылают клипы. Я просто хочу сказать, что вы суперские, вы, сука, все классные, я всех вас люблю. За полгода вот реально вас стало настолько много, что просто в голове не укладывается, и вы все крутые. Вот вообще все. Кстати, ребят, я вам хотел сказать про новость. Она связана с кое-какой секретной нарезкой. Ее выход будет зависеть только от вас, потому что вот этот материал, который я хочу предоставить в нарезке, он будет супер уникальным. Это единственный материал, который есть только у меня. Если вы под этой нарезкой поставите 30 лайков, то я сразу же приступлю к монтажу этой нарезки и обещаю, что, несмотря на то, что она и так уже смешная, она будет еще лучше. Я вам прям вот, прям реально обещаю. Вот, и... Ебашьте лайки, что могу сказать. Спасибо огромное за то, что вы на протяжении всего этого сезона находились со мной, с Игорем, и прислали свои клипы. Вот прям реально, рассылал бы каждого. Ладно, ребята, все, я вас очень сильно всех люблю. С вами был Маканаги и Терри Тред. До встречи в четвертом сезоне.